Страшные годы 41-45 никогда не должны быть забыты, считают эти молодые ребята, которые сегодня пришли возложить цветы к братской могиле в Анапе. Для них война – далекое прошлое, однако военную историю родного края молодые анапчане хорошо знают. Управление по делам молодежи в городе Анапе реализуется краевая молодежная акция, посвященная Дню неизвестного солдата. Для воспитанников военно-патриотических клубов были проведены тематические уроки мужества. А сегодня в хуторе Большой Разнокол на могиле неизвестного солдата произошло возложение цветов. Здесь, на братской могиле и на бульваре имени Героя России Вячеслава Михайловича Евскина. Молодежь Анапы несет сегодня почетную вахту памяти, пост номер один. Прадед Даниила погиб на войне. Сегодня он вместе со всеми положил цветок. Возложить цветы и отдать дань уважения павшим воинам. В этот памятный день не остается в стороне и старшее поколение курорта. Я считаю, что в этот день ребята, школьники, студенты должны помнить о этих солдатах, которые погибли, и имя их неизвестно. И также неизвестно, где они похоронены. Дата 3 декабря выбрана не случайно. В этот день, в 1966 году, во знаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.